Учили быть первыми. Муромские спортсмены вернулись из Могилева чемпионами мира по полиатлону. Сегодня они делятся секретами своего успеха. На комбинированной тренировке по спортивному многоборью побывала Юлия Казакова. 17-летняя Анна со спортом уже 10 лет. Придя в секцию, девушка не могла даже и представить, что сможет достичь таких высот. И вот спортсменка из Мурома стоит на пьедестале победителей. Аня Шуляк достойно представила наш город и всю страну на международных соревнованиях по полиатлону. Ее секрет успеха прост. Сила воли, упорство, старание на тренировках, выполнение всего, что говорит тренер. Бег, метание, стрельба, силовая гимнастика, плавание. Чтобы быть в числе лучших, нужно выкладываться на все 100 в каждой из 5 дисциплин. Поэтому тренировки ребята не пропускают, с удовольствием разминаясь на свежем воздухе. Этот вид спорта включает в себя много видов. Больше всего мне нравится плавание, потому что я им занимаюсь 7-й год. И стрельба. Мне нравится стрелять, и в дальнейшем мне это поможет. Мне помог мой тренер. Он помогал мне во всех видах, исправлял мои ошибки, а соперники были очень сильные, и я трудился и смог занять 3-е место. Особое внимание юные звездочки уделяют плаванию. Именно эта дисциплина спортивного многоборья нравится им больше всего. Да и легче удается, ведь все они попали в секцию полиатлона, заинтересовавшись водным спортом. Но несмотря на отточенную технику, соревнования мирового масштаба и сильные соперники все же заставили муромлян изрядно поволноваться. И тут на помощь пришли любящие родители. Мои родители очень поддерживают меня в этом плане и всегда переживают, когда я на соревнованиях. Впрочем, по словам тренеров, в победе своих талантливых воспитанников она нисколько не сомневалась. Секрет успеха, я думаю, что все-таки в трудолюбии. То, что ребята очень упорные, трудолюбивые, не пропускают, очень внимательно слушают как тренера, так и своих родителей. Поэтому вот успех все равно складывается из многих качеств каких-то, не только тренировки. Впереди ребят ждут новые соревнования, на этот раз в Артеке. Им предстоит отстаивать честь Владимирской области на 3-м всероссийском фестивале ГТО. Юлия Казакова, Николай Младенов, Новости Муром.